Всем привет, с вами Фейс, и сегодня я решил сделать несколько топ-3 самых тупых аватарок, ну, на ВКонтакте по персонажам Identity 5. То есть я беру персонажа, ставлю его на определенное место и говорю, почему этого перса ставят на аву только конченые долбоёбы, у которых либо нет оригинальности, либо они просто шизики ёбаные. Ну, короче говоря, погнали. Сразу хочу сказать то, что весь этот топ исключительно субъективный. Если вам что-то не нравится, мне похуй. Приятного, сука, просмотра. Итак, разделять я буду на выжившие мужского пола, выжившие женского пола, охотники мужского пола и охотники женского пола. Итак, начнем с сурбов мужского пола, потому что я спермобак ебаный. Погнали. На третьем месте я хочу поставить персонажа как Пророк или же Элай Кларк. Почему его ставят, ну, дебилы, короче говоря? Потому что это уже не оригинально, и он никому нахуй не интересен. То есть ты никак не впечатлишь человека, то что у тебя стоит, сука, Элай Кларк на аватарке, блять. Ну, это уже, ну, что можно сказать о человеке? А человеку можно сказать то, что он любит животных, я не знаю, блять. Ну, короче, такой этот шизанутый, блять. Коронавирусник ёбаный, ебите его нахуй в очко. На втором месте я бы хотел поставить персонажа как Мерк, Мерсенарием, Наиб, Субидар, Скибидар, блять, ёбаный. А человек, у которого на Ави стоит этот индивид, сука, можно сказать только то, что он, типа, себя считает вообще шизанутым и, типа, я ёбаный псих, нахуй, держитесь от меня подальше. Ну, что-то типа такого. Короче говоря, школьник. На первое место я бы хотел поставить Эзопа Карла или же Бальзамировщика. Ну, опять же таки, та же самая ситуация, что и с Мерком, только здесь они типа такие зажатые школьники, интроверты, все дела, блять. Ну, короче, опять же такие шизанутые долбоёбы. Так, переходим к следующему. Это у нас сурвы женского, сука, пола, блять. А на третье место я поставлю слепую, потому что я так захотел. Ну и в принципе, я считаю, это будет гораздо более-менее очевидно. Потому что если остальных персонажей еще ставить не так зашкварно, то слепую ставить, ну, довольно-таки зашкварно и уже не актуально. Обосную тем, что эти самые индивиды, которых ставят на аватарку слепую, ну, делают, что типа они нахуй безобидны, но при этом в любой момент тебя могут нахуй послать, кинуть палетку, все дела, блять, ну и прочее. На второе место я бы хотел поставить... Сейчас вспомню. Ага, все вспомнил. Присту. Во-первых, я сам, блядь, ненавижу нахуй Присту и считаю, что это хуже персонаж, сука, в игре. Блядь. Ну, а во-вторых, то, что, опять же таки, я смотрю на тех, кого на аватарке ВКонтакте стоит такой персонаж, как Престос. И типа, блядь, мне плохо становится. И у меня какое-то презрение к человеку. Не знаю почему. Опять же таки, ситуация не оригинальна, плюс как-то, блять, человек какой-то странный зачастую, вы не замечаете? Ну и на первое место я бы хотел поставить садовку. Во-первых, блять, садовка это стоит на аватарке самой игры, то есть уже как-то ебануто разработчики сделали, но это не важно, потому что садовка это, наверное, из всего топа самый, сука, неоригинальный, блять, персонаж. Имеется в виду в плане того, что его, сука, наверное, каждый
Блять, ставил каждый, сука, второй, блять, ебалыга. Ну, кроме меня, наверное. Типа, о, смотрите, я нахуй скачал Identity 5 и вот, установил, блять, на аватарку садовку. Типа, смотрите, блять, я игрок в Identity 5, на мне клеймо уёбище, все такое. Ну, переходим к охотникам мужского пола. Здесь на самом деле можно было бы выделить только двух, но поскольку это топ-3, мне нужно найти третье место. И третье место я, пожалуй, возьму Рипера. Ну, потому что я посмотрел на всех остальных охотников, и всех остальных еще как-то менее шкварно ставить. Из всех этих только, наверное, Джек такой, знаете. И то он не совсем шкварный. Просто все-таки он приближенно к этому находится, поэтому... Да, поэтому его поставил. А что об этом человеке можно сказать? Ну, этот человек, он скорее такой, типа, я агрессивный нахуй, типа, и при этом культурный, типа, девки гуебаться, ну, все такое. Да, зачастую ставят Джека Гетто все-таки. Ну, именно натуралы. Но просто не верит оригинальностью. Второе место это ЧБ. Или же Вучанг. Я сам люблю играть на ЧБ. И в принципе считаю, что это хороший персонаж. Но ставят его на аватарку только долбоебы конченые. А зачастую с ним еще делают такую хуйню, типа парных аватарок. То есть, блять, два человека. Ну, два долбоеба, которые играют в Identity. Один ставит, сука, белого на аватарку, другой, сука, ставит черного уебана на аватарку. И, блять, нахуя вы это делаете? Вы чё, совсем не блещете оригинальностью, блять? Так же, сука, делали еще до... Ну, сразу после того, как релизнули этого ЧБ, нахуй, долбоеба. И что об этом человеке можно сказать? Этот человек скорее такой брат за брата, типа мы таджики, мы носители корон, блять. Ну, короче, тоже со своими завихрениями мозгов. Переходим к следующему месту. И первое место ни за что, блять, не угадайте. Ладно, на самом деле это легко фотограф. Почему фотограф? Потому что фотограф пидорас. Именно пидорас. Но сам персонаж хоть и слабый, ну, блядь, пидорас, на то он пидорас, блядь. То есть, мало того, что слабый, так еще и, сука, пидорас, блядь. Что я под этим имею в виду? То, что он реально как на пидора смахивает. Ну, извините, на гомосексуала. А все равно мне нахуй поставят 18+ на ролик или вообще в пизду отправится этот ролик. Ну... Мне как-то похуй, его все равно никто не посмотрит, да. Ну, что можно сказать об этом человеке? То, что это какая-то девочка ставит себе на аватарку. Ну, серьезно, ну вот именно девочка поставила себе фотографа на аватарку. Типа, ну, который любит гейм, сразу, типа, ёщица. Ну, блядь, ну вы понимаете. Ну, либо же какой-то парень гей. Все. Вроде... Так, следующий кто у нас? Следующий у нас охотники женского пола. Тут еще сложнее, потому что здесь как бы не так все шкварно, что ли. Но все-таки мне пришлось выбрать. И третье место я отдам, пожалуй, ведьме снов. Не вижу здесь ничего такого шкварного, прям пиздец, чтобы, но... Как бы вам сказать-то? Мне нужно было из чего-то выбрать, поэтому я выбрал «Ведьм снов». А человеке можно сказать то, что, ну... Блять. Ну, типа, он дохуя власти хочет, все такое. Но это все равно, что если какой-нибудь хуесос поставит Хастру на у, типа, ЗЧС вышится, блять. Ну, кто понял ссылку, тот поймет. Второе место, блять. Кто у нас? Это Гейша. Почему гейша? Ну, потому что, опять же таки, неинтересно. Ну и, в принципе, да. Об этом, ну и зачастую гейшу ставят королевой крови на вот. Типа, такие, ну, не парные, но скорее, хотя иногда парные бывают. То есть, как, блядь, это сказать-то, сука, по-русски?
Ну, короче говоря, тоже оригинальностью не блещет. И угадайте, сука, кто на первом месте, блядь. Нет, это не паук. Нет, это не апостол. Это, блядь, ёбаная королева крови. Почему я так решил? Ну, потому что её ставят значительно чаще, как я заметил. И зачастую, опять же, какие-то, ну, долбоёбы. Что можно сказать об этом человеке? А об этом человеке можно сказать то, что... Ну, это девка какая-то поставила. Чё? Это настолько не оригинально, типа, что я не могу о нем ничего сказать. Это просто какая-то девочка поставила. Всё. Блять, я не могу придумать никаких нахуй идей. Кто это мог поставить? Каких же персонажей стоит? Ну, каких лучше всего ставить на аватарку? Ну, могу привести пример. Доктора. Так, запись идет. Да, 10:52 уже. А доктора можно поставить, блять. Кто там еще? Механика вот нормальные люди ставят. Вон, нового-то тюремщика. Ай, доля воровская, как и людская. Так, из охотников. Ну, из охотников можно, например, Хастура поставить. Ну, опять же таки, это будет долбоебизм, но все-таки Хастура это еще куда не шло. Кто там еще? Можно, например, поставить ящера. Ну, и поскольку у меня стоит уже 26-й, ну, я так по приколу поставил, то возьму кого-нибудь другого. К примеру, возьму... Ну, Робби. Вот нормальные люди сейчас Робби ставят. И, в принципе, никто нахуй на них не жалуется. Так, ну, вроде как все. Итоги подведены. Мне осталось это, сука, только смонтировать. Как мне это лень делать, конечно, я ебал.